Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим одну интересную распаковку. Началась эта история с того, что я решил приобрести для себя универсальный инструмент. Вот такая вот пила. Фирма Skill. Здесь видно, что сделано и спроектировано в Нидерландах. Различные применения подходят как и для работы в саду. Можно пилить фанеру, можно обрезать сучья, трубы стальные пилит и дерево. Ну, вот такой интересный аппарат. Здесь указаны типы применений. 12 мм стальной профиль, 8 мм прокат, 80 мм дерева, 3 метра у нее шнур. Запаковано очень качественно. Сейчас мы с вами посмотрим, собственно говоря, из чего же состоит эта пила. Открываем. Итак. В комплекте идет сама пила, полотна для нее два, для алюминия, я так понимаю, для металла. Краткий буклет и руководство по эксплуатации с еще одними дополнительными пилами. Здесь вот такой ключ. Так, ну давайте откроем. Так, полотна, ключ и, собственно говоря, книга. Вот она из себя что представляет. Ну, здесь на русском языке все достаточно доступно. Основная фишка этой пилы в том, что ее можно преобразовать в сабельную пилу и работать на весу. В сложенном виде она представляет из себя лобзик. Значит, рукоятка очень информативная, эргономичная. Здесь вот переключатель такой, я так понимаю. Расскажу вам, как ее открывать. Значит, здесь специальный фиксатор. Вот здесь нарисован такой замочек. Значит, мы его нажимаем, и вот эта рукоятка у нас вот таким образом отходит. То есть и пила из лобзика превращается в такую сабельную пилу. Я вот здесь предварительно закрепил пильное полотно по дереву. Значит, еще раз нажимаем, и вот у нас обычный лобзик. В таком виде это лобзик, в таком виде это пила. Рукоятка достаточно эргономичная, пластик такой достаточно удобный, мягкий. Ну, она, конечно, не прорезинена, но, тем не менее, хват удобный. Здесь, я так понимаю, блокировка и, собственно говоря, рычаг управления. Давайте посмотрим, как она работает. Так, и вот начинаем работать. Ну, откровенно говоря, вибрация достаточно сильно идет, поэтому нужны крепкие руки, чтобы держать такую малютку. Но, тем не менее, пользоваться, я думаю, достаточно удобно, тем более в быту. Ну, и я думаю, подойдет мастерам, которые работают с гипсокартоном. Крепление полотна осуществляется вручную, быстрой смены здесь нету. Механизм очень простой, то есть шестигранным ключом отворачивается винт, мы его раскручиваем, и, соответственно, вот полотно меняется. Точно так же крепится полотно для металла. Полотно очень качественное. Здесь вот сбоку написано, что сделано в Швейцарии. Я думаю, что
производитель нас не обманывает. Вот здесь гнездо для крепления, и соответственно мы его таким образом затягиваем. Все, полотно надежно зафиксировано. Можно попробовать. Ну вот. Собственно говоря, я считаю, отличное приобретение. Нидерланды. Ну, в дальнейшем посмотрим, как она себя покажет. Большое спасибо за внимание. Жду ваших вопросов, комментариев. И, может быть, буду благодарен людям, которые уже использовали подобный инструмент, поделиться своим опытом. Всем спасибо.